Здравствуйте, меня зовут Антон Талпа, и прямо сейчас мы будем говорить только о хороших новостях, а узнаем мы их от самих волгоградцев. У моего молодого человека день рождения, и мы делаем ему офигенный подарок. Вот, ходим и фоткаем хороших людей, которые на листочках поздравляют его с днем рождения. Самое главное для нас новость – это наши отношения с Ириной, наша любовь. За последние вот несколько дней я сдал много серьезных зачетов. Это, пожалуй, очень хорошее, то, что со мной произошло за последние несколько дней. Вернулись из Геленджика, провели там отличное время с моей лучшей подругой. Вот. Теперь вот сидим, мы это никогда не забудем. Там было очень круто, весело. Я приехала из Калининграда. Вчера ваш замечательный город. Мне пока все нравится. И надеюсь, что моя командировка все удачно закончится. Посетил стоматолога и остался цел. Ездили отдыхать за границу, и там было очень интересно. Моя самая прекрасная новость за последние пару дней. Я встретила молодого человека, у нас с ним все отлично. Пару дней назад я только приехал в Волгоград в роли туриста. Вот что хорошего произошло. Вчера, допустим, у дочки был день рождения. Завтра будет у снохи день рождения. А 3 месяца назад внук родился. Приехали, друзья. Мы собрали большую компанию с кучей инструментов, гитар, контрабасов, виолончели. Вместе все сели. Очень хорошо, в теплый осенний вечер. Это было так здорово. Поступила в медуниверситет. Теперь я буду врачом-эпидемиологом. Буду сейчас на эпидемстанции. Вот, все. На сегодня это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Увидимся на улицах города только с хорошими новостями.